Друзья, доброе утро. Вот недавно говорил, что что-то как-то с тройнями в этот год у нас не очень идут дела. Думаю, что баран, может быть, не передает. Но вот на днях еще одна тройня от белой баржи у нас. Причем три девочки. Удачно сейчас девочки в цене, поэтому мы очень обрадовались. Здесь у нас наша Ярославская молодая, уже такие у нее крупные ягнята. Еще не бирковал ни этих, ни от барженных. А Ярославская молодая белая, вот у нее уже такие две девочки интересные. Они похожи по цвету. Я как-то снимал, что там в теплице у нас одна девочка, нет, мальчик один такого краса. И вот здесь, вот в кого они такие получаются, я не могу понять. Ну, я обращал внимание и от разных баранов, и от разных маток. Вот где-то в генетике такой цвет проскакивает, заложен. Белый цвет с коричневыми такими вот воротниками. У нас у дорсет такие наши попадались. Я думал, что это по дорсетой линии. Оказывается, нет. Не знаю, говорю, разные комбинации. И вот от нашего выставочного барана такие окрасы были. И от предыдущего барана, и от этого барана. Хотя вот матка чисто белая, баран огненно-рыжий. А здесь вот такой шоколадные воротники, можно сказать, бежевого цвета. И именно воротники, ну вот такая вот на спине часть. Они есть... В прошлый год у нас девочка была вся таких вот в крапинках, мы ее мраморные называли. Здесь вот больше воротник. Не знаю, напишите, если сталкивались с такими окрасами. Ну, вот эта девочка может тоже сказать. Ну, у нее маленькое пятнышко. Но я говорю, это точно не с этим бараном, потому что такие варианты уже были, повторюсь. Эти тоже не маркированные. Сегодня будем резинки одевать, выщипы делать. Бирки ставить. Вот, друзья, вот эти два барашка из Катум. Они одного возраста, но одного мы в мае привезли. Одного осенью. Вот этот как раз я обещал дать, ну, про него снять, то, что на него пришло вот это свидетельство, которое по почте на днях нам пришло. Ну, соответственно, он и в Меркурий у нас занесен. Вот он, и сейчас чуть попозже его сестру покажу. Ну, я хочу сказать, что они одного формата, плюс-минус. Плюс-минус. Немножко цвет у осеннего пожелтее, пооранжевее. Не знаю, посмотрим, какие они будут, когда полиняют. Ну и вот можете написать, как вы их оцениваете. На мой взгляд, они неплохо развиваются. И... А, получается, что один четвертой линии, вот этот дальний, а вот этот ближний второй линии. Это наш уже взрослый, получается, четвертой линии баран. Это две нашего разведения девочки. А это вот как раз та, на котором мы тоже свидетельство получили. Она почему-то любит вот сюда заходить. Вот это мы делали, я делал загон для кормления ягнят. Ну, сейчас он не актуален. Не знаю, может, ее притесняет, может, ей просто здесь нравится. Но я не видел, чтобы они какую-то к ней агрессию проявляли.
яркие, в общем-то. Все розовые, пушистые. Сначала я вот говорил, что была полегче, по моему наблюдению. Вот это, которая из котом привезённая. Сейчас практически они сравнялись по, ну, по пропорциям, по внешнему виду. Ну, а здесь раз уж снимаю, заодно покажу наш детский сад. Вот это от Ярославской двое. Они, видите, ручные, мы их сосочки подкармливаем. Они очень миленькие. Денчик наш. Ему тоже 5 месяцев. Тоже любит с детишками. И они не боятся собак. Есть свободные баранчики, если кому интересно. Пишите. Там на канале есть телефон. Если что, пишите на WhatsApp. Кому надо. Для резерва. Этот зарезервирован. Ярославский. Чебоксары поедет. Ну, в Чувашу. Ну все, всем пока.